Специальная атрибутика для пешеходов и ответственность за рейдерский захват. Эти и другие темы в нашем обзоре актуальных законодательных инициатив. Депутаты Государственной Думы предлагают ввести в России уголовную ответственность за рейдерство. Это связано с тем, что начиная с 90-х годов в стране сложился сектор криминальной деятельности, в котором процветает незаконное приобретение прав на владение чужими активами. Если инициативу узаконят, то в Уголовном кодексе появится соответствующая статья. За рейдерство в особо злостных случаях предлагается лишать свободы сроком до 20 лет с конфискацией имущества. Одежду российских пешеходов хотят украсить специальной атрибутикой – обязать носить светоотражающие элементы на одежде в темное время не только за городом, но и в городской черте. Соответствующие поправки в закон в ближайшее время внесут в Государственную Думу депутаты Законодательного собрания Республики Карелия. Предлагается ввести ответственность – штраф 500 рублей. Это касается и родителей, чьи дети вечером переходят дорогу без светоотражающих элементов, а также если они отсутствуют на коляске или санках. Если Госдума примет этот закон, то он вступит в силу со следующего года. Органы местного самоуправления Саратовской области могут наделить правами на эвтаназию животных. Региональная прокуратура разработала закон, в соответствии с которым местные чиновники будут также отвечать за отлов, содержание, учет, идентификацию собак и кошек. Субвенции на эти цели местные бюджеты будут получать из областной казны. Аналогичный закон уже действует в нескольких регионах страны, например, в Хабаровском крае.